Так, зона 07. 07.01. Познакомьтесь с новыми элементом головоломки, реками. Поместите энтропийный куб в реку, чтобы отправить его вниз по течению. Примечание: не помещайте в реку себя, если только не намерены утонуть. Так, как мне снять эти очки теперь? Никак, походу. Уж сами они слетятся. Не хотят. Ладно, может как-нибудь потом. Так, в реку по течению. Так, нам надо сначала сюда. В принципе, все, он должен в реке остаться. До реки не доходит. Мне его не подобрать. Вот сейчас получилось подобрать. Теперь у нас все будет с реками, да? Так, это злой. Добро пожаловать в зону красоты спа Энтропи Центр. Используйте проведенное тут время для снятия стресса и отдыха от решения головоломок. Имеющиеся здесь окна позволят вам насладиться захватывающими и умиротворяющими видами земли, которые демонстрируют, что ваш кропотливый труд – помехи. Ну, компьютеров никаких нет. Так, это тоже в реке. Тоже, короче, можно через реку. Я думал, прыгать не надо по ней, когда она в реке. Один, два. Так, а что, два? Наверное, наверху. Так, здесь есть ящик, проход. А, ну туда надо поставить будет эту прыгательную батут. И, собственно, отсюда прыгнуть вниз, потом это все переместить обратно. Так, допустим. То есть сначала сюда. Пускай, допустим, стоит здесь. Теперь мы это берем. Ставим временно сюда. Теперь мы спускаемся. Это мы туда не поставим. Так, надо, наверное, в воду кидать. Так, как мне ее кинуть в воду потом? Допустим, воду. Это можешь сразу обратно. Надо как-то ее кинуть в воду, потом ее забрать с воды. А, ну, в принципе, его можно вот так оставить. Да, вот так. Перейдем сюда. Можно было прямо здесь. Можно было отсюда, да. Так, все, теперь она в воде. Здесь мы запрыгнуть сможем.
Это плохо. И где она там? Так, где-то слишком далеко она улетела. Так, а время, кстати, по-моему, больше 30 было секунд. Так, поступим проще. Сдержим так. Теперь сюда. Запрыгиваем. Сначала спустимся вниз, чтобы ее поймать. Цепляется. Так, печально, но не... А, он все зацепил. Так, конечно, надо, чтобы потом ее туда поставить еще. Это же проблематично. Конечно, надо ее потом будет вернуть прям туда. Она должна стоять изначально здесь. Потом проходим сюда. Тут много проблем. Попробуем поймать. Надеюсь, потом мы сможем ее поставить туда-обратно. Если да, будет хорошо. Если нет, то будут проблемы. Так, по идее, да, все нормально. Все хорошо. Ой, песок в обувь попал. Пожалуй, я просто проходить все упражнения с головоломками необходимо в подходящей для этого обуви. Ну ладно, что ж, даже в шлепках нельзя. Нет. А если я все равно так поступлю, что ты сделаешь? Буду неодобрительно на вас смотреть. Ладно, только это не... Хорошо, хорошо. Всегда иметь на себе подходящую обувь. Поняла. Спасибо. 0307. Так, ну что-то начинается глобальное. Компьютер. Найлс Соломон. Любимый ТВ-сериал. 19 июля. Привет, Джейк. Ты должен это попробовать. Тебе знакомо некое ощущение пустоты, которое наступает после того, как заканчивается последняя серия твоего любимого телесериала. Тебе ужасно хочется снова посмотреть его, как в первый раз. Так вот, на днях, очевидно, я досмотрел отличный сериал и ощутил на то самое чувство. Приближалось время персональной инверсии. Я как раз закончил все головоломки. Я оставил себе стикер с рассказом про это кино. Теперь, после перемотки, я в прямом смысле смотрю его как в первый раз. Господи, как же это приятно знать, что этот сериал будет становиться моим любимым раз за разом. Ха-ха. Заходи как-нибудь после смены, пропустим по пивку. Пока, Найлс. Так, что мы будем здесь делать? Что нам надо вообще? Куда нам надо? Это понятно. Так, это понятно. Туда. Туда что, скинуть? Скинуть туда, он проплывет туда. Здесь все отключается. Это что делается? А, активирует этот прыжок. Там есть прыжок еще один.
Как мне теперь отсюда выпрыгнуть? А то, мне кажется, она прямо... А, ну да, она прямо здесь утонет. Так, это что отключается? Так, ну допустим. Так, нам надо попасть туда, при этом надо включить там. И сначала он должен быть там. Точнее, не там, а вот здесь стоять. Потом отсюда попасть наверх. Так, наверх. Показываю, что скинуть вниз. Поэтому должен еще стоять внизу. Может, там еще один какой-то есть? Попробуем сначала туда перебраться. Посмотрим, что у нас там. То есть это у нас пока не активно. Второго куба никакого здесь нет. При этом нам потом надо будет попасть именно туда. И здесь надо будет пройти. А здесь он должен стоять в конце. То есть это у него первое место, там, где он должен быть. Мы должны начинать отсюда. Потом мы, скорее всего, да, его сбрасываем вниз. Возможно, ставим его сюда. Допустим, поставили сюда. Теперь мы идем сюда. Забираем его здесь, ставим сюда. Он находится там. То есть, в принципе, последний он все равно вернется наверх. Теперь нам надо с ним спрыгнуть. Сюда, наверное. Нет, сюда, наверное. Нет, получится. Ну, вроде как все хорошо. То есть сейчас он как-то прокрутится туда, в центр. Но, в принципе, нет, на самый верх он потом тоже вернется. Так, запрыгиваем. Ну, как-то так. Номер 0703. 6 минут. Брикшоп. Так, очки так и не убрались, да? Такая музыка какая-то более райская, что ли. Но там что-то отвалилось. Ладно, идем дальше. Дальше, пожалуйста. А, пазл, пожалуйста. Так, опять все повалили. Осторожно, впереди неустойчивая каменная структура. Примите к сведению, в реке замечен переключатель. Его наверняка можно как-то нажать. Ну, явно не так. Я думаю, прям по этой скале туда перейти, на остров какой-то небольшой.
Так, а что произошло? Вот от этой идут волны, правильно? Да, постоянно оттуда волны исходят. Ломает все здесь. Все-таки надо было вернуть, да? Я думал, туда и туда. А вот там переключатель. Так, мне надо что-то скинуть. Что мы можем скинуть? А, вон. Откуда он здесь взялся? Он здесь и был? Его даже не заметил. Так, а мы можем туда спуститься? Скорее всего, нет. Сейчас попробуем. Не разобьемся мы. Разбились. Так, хорошо, вниз нельзя. Я думал, вдруг там какая-нибудь прыжковая панель потом будет. Тогда этот лист так стоит. Либо просто отсюда бросить. Так, а там ветка еще какая-то. А, вот оно как. Если мы отсоединяем... Если я сейчас это возьму, то там уже у нас... А, нет. Это нормально. Интересно. Если я сейчас нажму, то та поехала. Так, ладно, открыли. С помощью веточки. Нет ничего. Семь ноль четыре. Музей влево. Кто здесь? Кто-то есть. А, это те. Я думал, кто-то в стене. Буду драться. Вас как-то можно использовать. Минус еще один. У специалиста по решению задач головоломок выявлена одышка. Хотите, чтобы я записал вас в центр здоровья и фитнеса? Нет, никуда больше меня не записывают. Вы записаны в центр здоровья и фитнеса. Нет, прекратите, я в порядке. Ваше следующее занятие – пилатес. Каждый вторник в 3 часа дня. Морчит. Так, это мне намекает, что можно как бы ставить это, сверху ставить это. Зачем, непонятно. Пока что. Хорош. Допустим, что мне это даст. Пока ничего. Там прыжок обратно. Так, ну это потом здесь должно стоять. Что прыжок работает. Так, не получилось зацепить. Так, это что делается? Это поднимается.
Так, ну, видимо, мы должны... Это мы сюда не перенесем. По всей видимости. Здесь мы тоже не пройдем. Здесь у нас стекла. Так, я так понимаю, что фиолетовый надо сначала сюда переместить. Могли здесь пройти. Как это сделать? Не очень понятно. От этого смысла мало. Поэтому все равно пройти здесь не сможем. Может быть, конечно, перепрыгнуть. Можно. Нельзя. Так, хорошо, по ящикам прыгать нельзя. Так это не работает. Ладно, будем думать. Будем думать. Как туда перебраться? Вот в чем беда. Так оно не сработает. А, ну только если так, в воду. Тогда, в принципе, да. Тогда, в принципе, сработает. Эй, не туда. Почему она не пошла сюда дальше? Так, а здесь, может, что-нибудь есть? Угу. Там компьютер, сюда надо это принести. Опять что-то спрятали. Так, ладно, в общем, здесь у нее контрольная точка. Но это по-любому нам надо сначала бросить в воду, потом вернуть. Ну как? Теперь надо вернуть, чтобы она попала в воду. Она почему-то не хочет, после того, как я ее беру в руки. Она уже не хочет возвращаться в воду. То есть, допустим, туда. А, ну, в принципе, мы же там, ну, уже возвращаем назад. Так, значит, нам надо как сделать? Бросить воду. А, в принципе, просто надо вот так подержать. Потом на себя. Все намного проще. Так, сначала сходим туда. А, мы не успеем потом ее обратно переместить. Ну ладно. Так,
Только не оборвись. Паулина Стак, тема просьбы, 12 июня. Джейк, Паулина, я места себе не нахожу из-за всего этого. Наверняка ведь есть какой-нибудь способ. С благодарностью, Джейк. Паулина, здравствуйте, Джейк. Мне очень жаль. Примите мои соболезнования в связи со случившимся. Если хотите, могу передать на ваши контакты группе эмоциональной поддержки центра. К сожалению, такое иногда происходит и является частью работы. Если мы отмотаем время к моменту, когда ваша дочь уже родилась, у нас просто не будет возможности ее спасти. Кроме того, мы уже миновали точку, в которой вы познакомились с женой. К сожалению, с подобными жертвами приходится мириться многим из наших сотрудников. Я очень сочувствую вашему горю, однако мы не можем гарантировать, что ничего подобного не произойдет. Думаю, вы наверняка понимаете, что сейчас я получаю множество подобных просьб, поскольку последняя перемотка отправила нас в 1991 год, и это, естественно, отразилось на многих людях. Наилучшими пожеланиями, Паулина. Так, ну, видимо, они как-то, как говорю, хорошенько мотанули время. Они все отсюда улетели. Ну, либо просто растворились. Так, теперь что с этим делать? Мы теперь не сможем это обратно вернуть. По времени это будет слишком долго. А еще дверь надо открыть. Так, здесь мы можем перепрыгнуть обратно. Так, ну ладно, этот вроде у нас стоит, в принципе, мы же по-быстрому его делали. Здесь оттуда взяли. Здесь время должно хватить. Начинать надо отсюда. Так, то сейчас перемотать не получится. Так, хорошо, там у нас получается это последняя точка. Перед этим мы должны... Отсюда мы забираем ее. Ставим ее сюда. Так, это отсюда отмотали сюда, ее надо наверх поставить. А это наоборот надо. Так, так, так. Как правильно. То есть это у нас должно стоять наверху. И оттуда мы уже начинаем отматывать сюда. А это... По-моему, оттуда сюда. Обратно ее вернуть туда. То есть. Это нам вообще нужна еще? По-моему, это нам больше не нужна. Ну, хорошо. Значит, залезаем сюда. Устанавливаем здесь. Теперь спрыгиваем. Немножко вперед, на себя. Нестабильно. Проматываем. Сюда. Теперь 8 секунд. Ну, перематываем в самое начало, то есть она должна была наверх уйти. Так, ну хорошо. Так, это мы чуть-чуть приподнимаем. Она опускается. Теперь нажимаем Q. Нас поднимаем, заходим туда и типа, потом ее отматываем.
накосячить. Так, все, дверь открыли. Там что? Туда мы прыгать не будем. Ну, 7.04. 8 минут. Так, восьмая зона. Тот же самый лифт.